Всем привет! И вот я снова снимаю видео. Я вернулся, операцию мне сделали. Все прошло удачно. Ну да, ладно. Сегодня у нас первое включение с помойки. Монитор Philips у нас. Точнее, не у нас, а у меня. Вот такая вот модель. Его кинули в бак. Я не знаю, в каком состоянии матрица. На нем было много пыли, вот особенно вот здесь вот, снизу. Видимо, долго у кого-то стоял. На вид все цело. Проводов нету. Подставка не сломана. Единственное, вот что-то тут есть. Надо оттирать. У него только VGA и сетевой вход. Давайте посмотрим на наклейку. Ну, не знаю, мне лень что-либо там читать. Давайте приступим уже к его проверке. Так, перейдем в более темное место для удобства проверки. Сетевой шнур в монитор воткнут, втыкаем в розетку. Так, включился и погас. Светодиод у него горит. Сейчас попробую рассмотреть получше. Так, он включается, тускло светит и гаснет. Погодите-ка. Короче, непонятно, надо подключать к компьютеру, потому что у него, походу, он либо сейчас окажется полностью рабочим, либо у него что-то с лампами, либо с инвертором, потому что он очень быстро тухнет. Итак, компьютер подключен к монитору, монитор включаем в сеть. Ага, вот значит и сама неисправность. Какая-то из ламп ни хрена не работает. Или инвертор. Вроде равномерно, но тускло. Экран цел. Я вот даже не пойму, реально, какая не работает? Они все горят равномерно. Сейчас попробую посмотреть сам, без камеры. Короче, очень непонятно. Может, даже прямо сейчас попробуем тогда уж его и разобрать. И подкинуть рабочую лампу, если я ее найду. А хотя мне лень. Всем пока. Небольшое дополнение к первому включению монитора Philips. Разобрал я его. Здесь все в полном порядке, ничего вздутого, никаких перегретостей я не вижу. Решил я подкинуть рабочую лампу от ноутбука. И в итоге, что у меня получилось? Как он себя ведет изначально? Покажу вам еще раз. Так. Сейчас. Минутку. Точнее, секунду. Кнопку найду. Включается. Равномерно светит и тухнет. Так. Обращаем внимание на разъемы верхних ламп, потому что дохнут, как я заметил, чаще всего именно они. Ну, как заметил? Ну, смотрел видео на других каналах. Вытаскиваем лампу с белым проводом. Ну, должна быть вообще синим. Ну да ладно. Ставим лампу от ноутбука. Кстати, у разъема есть ключ, поэтому перепутать провода перепутать не получится у вас. То есть подключить наоборот. Так. Включаем. Так, где шнур? Смотрим. Она горит. Присутствует неприятный звук.
Присутствует он здесь, здесь и здесь. Везде, короче. Нет. Нет, подождите, он присутствует именно сверху. Давайте посмотрим, как показывает. Сверху темнее, но не сильно. И есть неприятный звук. Ну, не знаю, короче. А теперь самое главное. Берем и втыкаем обратно эту лампу. И вытыкаем вот эту. Короче, перекидываем проверочную лампу на вот этот разъем. Сразу перевернем монитор и включим. А теперь смотрите. Здесь стало на глаз темнее, но никакого неприятного звука нету. Хотя нет. Он вообще весь показывает как-то темно. Но здесь стало еще темнее. И он молчит. И вот, сука, какую лампу мне менять? Или менять сразу в сборе обе лампы? И где мне достать их? Потому что у меня матрица здесь вроде ширпотребная, 17 дюймов, 4 лампы, а у меня их нету. У меня есть только целая, сломанная, но целая, и разбирать ее как-то не хочется, хотя она показывает очень ярко. Не знаю, как быть в этой ситуации. А это горит. Это, кстати, тоже ноутбучная с разбитой 15.4. Нижние работают. Сейчас с прогревом стало даже равномернее. То есть не, я чуть не врубаюсь. Они обе вроде работают, но вместе работать не хотят. Ничего делать. Не знаю. И надеюсь, последнее дополнение к тому видео. Я поменял местами лампы. Подключены родные, то есть это отключено. Я ничего не менял. Подсветка гасла. Я поменял их местами. И смотрите, что у нас происходит. Эта сволочь заработала. Это как, сука, понимать? А? Он не работал, у него гасла подсветка. И он взял, сука, и заработал. Как это так? Равномерно все светит. Никаких шумов. Все отлично. Как это так? Давайте попробуем поменять обратно местами. Вот как было до разбора вообще. До моего вмешательства. Нет, ты охуел? Он заработал! Он просто взял и заработал. Как это? Он не работал, он газ. Я просто подкидывал лампу, поменял местами провода, поставил, как все было, он работает. Как это? Это что за... Пиздец, ёбаный в рот, а. Как так-то? Он не гаснет. А чё тогда газ? Если обе лампы рабочие были изначально. Чё он тогда газ? Бля, я ебу. Пиздец. Охуеть просто. Ну ладно, всем пока.